Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим, что ждет вас и вашего мужчину в ближайшее время. Мужчина говорит, что хоть он и ваши кубки разлились с ним по разным сторонам, но он вами дорожит, он за вас цепляется. Вы ему очень дороги, отпускать он вас не собирается никуда. Она говорит, моя судьба, мое колесо фортуны, моя удача. Да, мне очень тяжело, у меня, говорит, абсолютно разбитый, не сплю по ночам, мучаюсь, страдаю, жуткую боль испытываю от того, что сейчас не вместе с загаданной женщиной. И висит, ничего не делает, хотя есть желание встречи, праздника совместно проведенного времени, но себя сдерживает, ничего не делает. Хотя считает, что вы для него единственное в мире, и никого другого ему не нужно. А также он за вами подсматривает где-то в интернете, наводит справки о вас, смотрит, чем вы там занимаетесь, потому что вы для него любимая женщина, и потому что ему хочется к вам мчаться на всех парах со своей любовью, со своей страстью к вам. Мужчина просто кипит. Да, говорит, я много чего изучаю, говорит, двигаюсь. Говорит, к тебе, моя прекрасная женщина, моя загадочная, говорит, моя волшебная, потому что я, говорит, люблю тебя и хочу быть с тобой. Вот такой у нас получился расклад. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго и до новых встреч.